Приветствую, друзья, вас на нашем канале Земледел. Сегодня вторник, 14 ноября. Закрываю одеяло уже. Сегодня пасмурно, холодно на улице. Плюс 2 градуса показывает. Весь день горел свет. Сегодня произвел полив правой стороны вот этой, то есть есть этот, подвяли кусты, тогда я показывал, вот они как раз крайние, там короче выборочно появились кусты, как во второй теплице, вот он, по 3-4 куста увяли. 2 дня с ними боролись, чтобы хуже не стало, вроде остановили. Пролили фитоспорином, привикуром. А вот этот куст у меня завял 6 дней назад, один самый первый. Ну, вообще-то я его приспустил, делал колечко и прикопал. То есть вот он идет, стебель, вот он. А здесь где-то корень. В общем, от стебля вот какие, смотрите. Вот. Люди говорят, что не может вырасти корень со стебля. Вот он, смотрите. Вот здесь был листочек, а вот новый корень. Вот смотрите, вот новый корень. Вот так можно получить дополнительный корень куста. У меня вялый вообще был, я думал, он уже умрет, у меня высохнет. Прикопал, полил, как раз возле каплива бугорочка. Вот так листочки нижние отрезал и приспустил. В общем, вот, отошел, молодец. В основном на этой стороне у меня вот заболели крайние. Я вот думаю, то, что этот переохладились, скорее всего. У меня как раз полив недавно был. С краю всегда это попрохладнее на градус земля. Не знаю, вот они. Тоже как во второй теплице вообще-то. Штукенция. Вот этот ряд вообще чистый. Ни одного вялого, все хорошо, все отлично. Вот тоже. Там 1-2 куста подвял. Поэтому подгнили, просто сделал подкормку. 3 дня назад поработал по корню. Вот такой корень. Кто говорит, там фузариозное увядание. Нет, это не такой. Вот он. Это корень белый все. Вот тоже. За 2 дня наросло все. Чисто проработали фитоспорином. Прям под каждый корешок слабенький, который был. А где уже прям капец, я уже их подсыпал снизу чуть-чуть. А со вот эта сторона у меня именно пошел. На солнышке подвяло. Думал, завтра будем еще раз поливать фитоспорином. Еще раз двойную дозировку уже дадим. Всякое бывает. Главное, чтобы помогло. Вот именно вот этот сорт. Получается, аслан. Далее уже все нормально идет. Там кустик 2 подвяли. Ничего страшного. Сейчас вот пойдет. Вот эти вот кусты тоже вчера подвяли. Бывает за один день. Сильно прав. Вчера-то немного было. Там листочек 2 подвяло. Снизу нормально. Вот он, все. Дальше все отлично. Думал, что-то спалил, он окосипорил вчера. Ничего страшного, нормально. Вот они, кустики, все отлично. Температуру воды увеличил. 19-градусная вода сегодня полил. Именно эту секцию добавил. 5 пачек фитоспорин. Думал, поможет. Вот они все. Завтра тоже сбор еще раз будет. Завтра среда. Собираем через день. Завтра она растет. Вот так вот. Такие новости на сегодня. Приболели, как и во второй теплице. Ну что, вот так. Вот это и хотел показать. Все, сейчас собираемся домой. Уже, в принципе, делать нет. Подсыпал вот так, бугорки сделал. Я к тому, что вот у меня кустик вялый, обязательно
подливаем, делаем бугорок утрамбованный, вот такой прям, капля прям рядышком, чтобы будет дополнительный корень пошел от прикорневого места. Там, если посмотреть, прям пупырышки должны быть. И корень вылазит. Вот, это воздушные корни называются. Вот. Вот. То есть мы их присыпаем, и они заново растут. У меня нижний корень, который отмер, он уже не нужен. Вместо него уже будет работать новый корешок. Это я сегодня прям подсыпал все. И, ну вот по пол ряда. Пол ряда такого, пол такого. Что вот так вот. Даже бывает среди больных вот кустик стоит нормально. У меня уже было такое, в маленькое у меня тоже такое было. Сейчас отойдут, ничего страшного. Отработаем, что поможет вам, покажу, расскажу. Вот такой. Стоял, упал. Вот так вот. Растет, растет, бац, и нету. Ну, вот нормально будет, ничего страшного. Все, всем пока. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Лайки, комментарии. Вопросы. Кто-то, может быть, на этот случай сталкивался с таким тоже. Напишите, расскажите, чем боролись, что помогло. Что вот так. Все, всем пока. Всем спасибо.